Друзья, подписывайтесь на канал Бледного Йорика, он же Юрий Круглов. Там вы найдете обзоры и прохождение игр на Android и много смешных и интересных моментов, а также озвучка мультсериалов. Отличный канал, всем советую. Ссылки оставлю в описании. Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Арби, и мы продолжаем прохождение Чужих. Так, здесь нам нужно было куда-то добраться, так. Найти Рикардо нам нужно. Он, по-моему, недалеко. Что-то здесь как-то темно. Чувствую, здесь будет чужой. Вот занесла же меня сюда нелегкая. Ух ты. Нет, не только чужой. Так. Как теперь отсюда выбраться? Так, что тут у нас? Что тут у нас полезного? Так, мы посмотрим, походу. Открывайся давай. Сначала проверим, может что найду полезное. Так, сенсор. Надо быть тихим, очень-очень тихим. Так. Файер нам не нужен. Что-то тут кнопка мигала, по-моему. Так, я иду правильно? Правильно. Так. Что-то... Ни чужого, ни людей не слышно и не видно. Отлично, свет включили. Так, под люками лучше не проходить. Даже если там сопли не текут. Ага, вот сидит кто-то. Так. Что ты мне дашь? Ничего, жаль. А ты? Пусто. Так. Куда-то можно пройти. Ну, это посмотрим дальше. Надо сначала подойти к Рикардо. Посмотреть, что он скажет. Ясно. Ты цел? Слушай, Марло все еще авторизован на этом компьютере. Если бы у нас были координаты Торренса, мы бы направили спутниковые тарелки вручную, обошли бы Аполло. У пульта управления спутниками есть обсерватория? Да. Так ты можешь вычислить координаты Торренса. Я открою тебе дверь. Так. Ну давай, открывай. Теперь нужно найти обсерваторию. Все ясно. Орбитальные стабилизаторы функционируют на 40%. Орбитальные станции, прям как про меня. Так, это что у нас? Лифт, видимо, закрыто. Ну, значит, нам сюда. Так, а где наш чужой? Что-то они пропадают. Не появляются. Я надеюсь, они на меня не обидели, что я их домик взорвал. А то без них как-то скучновато будет. И вообще смысл этой игры пропадет. Фу, как неприлично при людях-то. Так. А, я помню это место. Ясненько. Здесь были андроиды, но теперь у меня есть оружие. И я с ними легко справлюсь. Так, мне нужно будет пойти налево. Так, здесь люди. Чёрт, не могу обойти блокировку. Корабль сам вроде пришёл за
них еще есть оружие. Значит, они плохие ребята. Ладно. Пусто. Так, убить их что ли или не убить? Или обойти? В шахту я не полезу. Так, ну да ладно. Пускай живут. Если что, потом убью. Если услышишь шорохи вентиляции, вали подальше. Так, нам нужно сюда. Так, ребята, вы меня не видели. Дверь заперта. Значит, нам нужно сюда. Точно. Возьму лучше огнемет. Давай, 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 быстрей. Как тут все долго, блин. Дверь за дверью, блин. Что за прикол такой? Так, ясно. Я куда-то пришел. О. Ты как, тут нормально вообще? Ясно. Так, что тут у нас? Допотопная техника. Ага, залезть нужно. Ясно. Значит, ничего интересного здесь нет. Полезли вверх. Какая станция. Крутяк. О, солнышко. Ничего себе. Да вон. Эти, как они называются, блин, забыл. Магнитные волны, что ли? Лучи. Ну, вон, видно, короче. Это что за планета? Сатурн, что ли? Ну, черт с ним. Так. Больше нету. Давай сюда. Оп-оп. Так, что-то не понял. Перемещайте, как на экране, нажимайте Enter. Понял. Отлично. Ну, все. Я это сделал. Так, еще что ли? Выравнивайте. Так, 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 так. Ну давай. Вот так-то. Или не получилось? Ну, получилось. Так, ладно. По-моему, все. Я куда-то поднимаюсь. Блин. Обязательно меня нужно куда-то отправлять. Ну ладно, полезли. Так, вот заработал. Так, 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 вот. Вот. Вот, вот так. Ну, чуть-чуть вот так правее, нормально будет. Так. Отлично. Слава богу. Рикардо, я их нашла. Кого? Теперь надо вручную направить тарелки на Торренс. Ясно. Иду наружу. Наружу? Ты что, больная, что ли? Ввести координаты Торренса. Куда? Где? Не работает. Ага, вот открылся люк. Собралась она наружу, блин, идиотка. А где их водить-то? Здесь, что ли? Нет. Ууу, центр связи, значит мне... Все-таки нужно наружу. Это совсем не радует. Давай, открывайся. Открыть проход в шлюз. Погоди. О, какое солнышко. О, есть. Так. Как мне туда добраться?
эту комнату. Да, 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 да. Там дверь открылась. Отлично. Меня это радует. Так, ну, здесь больше ничего нету. Так что пошли сразу. Нечего время тратить. Вниз, блин. Не люблю вниз. Лучше наверх. Потому что внизу всякие подвалы. Там всякие тараканы с Resident Evil. Так, ну мы одеваем скафандр, по всей видимости. Давай уже, выпусти меня. И сваливаем дальше. Отлично. Скафандр. Не, а я тот справа хотел. Ну давай уже. Умничка. Ладно. Ага, оружие у меня здесь не работает, значит чужих здесь не будет. Давай, разгерметизация или как там? Ну давай. Отлично. У-у-у. Я в открытом космосе. Тут такое будет, когда станция начнет падать. Круто. Смотрите, какой вид. Когда вы еще видели солнце так близко? Так, сколько мусора в космосе оказывается? Пошли, 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 пошли. Только что-то долго ходит. Так интересно. Ну давай уже. Мусор. Обломки чьи-то. От чего-то. Так, что там светится? Какая-то лампочка. Так, здесь что-то... Ага, очередной лифт. Ну, поехали. Ага, опять... А, теперь наверх. Вот это лучше, вот это мне нравится. Это что было сейчас? Какой? Это компьютер? Угу. Компьютер. О, какой компьютер. Сервозамок закрыт. Положение антенны зафиксировано. Черт. Че? Чё? Не понял. После передатчиков есть панель управления. Убрать замок с прорыв. Парабол. Так. Ну здесь я ничего не могу сделать, уже надо туда. Пошли, пошли, пошли. Ясно, значит придется снова заходить внутрь. И тут уж точно, наверняка, будет чужой. Ничего страшного, мы его не боимся. Так, включайте свет, я ничего не вижу. Ага, вот что-то есть. И мне надо сваливать, видимо, да. Ладно.
давай, блин. Как это все долго. Быстрее, быстрее, быстрее. Все, я теперь не люблю ходить в этом скафандре. Это очень долго. Ну. Да какого черта, блин? Что там происходит? Что там нужно еще? Видимо, какие-то обломки падают и типа как-то воспламеняются, возможно. Как это долго, как это нудно. Так, о, там свет появился. Это радует. Теперь хоть что-то будет видно. А, вот эти панели нужно было запустить. Я поторопился, ушел. Ну и чё? Мы их сейчас быстренько запустим. Почему все Рикардо не делает, блин? Сидит там. Так. И теперь все, можно валить отсюда. Да. Так, я все жду, что какой-нибудь огромный чужой выскочит и где-нибудь будет тут ходить. О, какие у них огромные пушки. Так. Надеюсь, не нужно. Вот, отлично. Так, перемещайте координаты, нажимаете Е. А какие координаты нам нужны-то? Так, что-то не понял. Больше не идет туда. Что-то я не понял, что такое. Так, что-то. Какие координаты я должен ввести? А, вот координаты. А, 35. Так, ладно. Сейчас. Еще чуть-чуть. Отлично. И... Так, 75. Давай, 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 75, вот. Отлично. Мы справились. Наша тарелка поворачивается. И теперь, наверное, можно валить отсюда. Или еще нет? Нет. Так, 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 так. Ну давай. Я на станции. Вы слышите меня, Верлен? Рипли, Рипли, что там у вас происходит?
Все очень плохо. Тут инопланетный организм, он смертельно опасен. Нужна срочная эвакуация. Что-что? Нет времени объяснять. Я прошу вас! Нам некуда причалить, Рипли. Станция уходит с гравитационного якоря. Я видел буксирную платформу с бортом. Но трос на Торренсе на такое не рассчитан. Поверните зажимы буксирной платформы в сторону станции. Сейчас, подходите. Пристыковать Торренс. И куда мне нужно? О, блин. Ну ладно, пошли. Как это все ужасно долго. Сквозь текстуры, блин. А я-то думал, одна из проработанных игр. Жаль, не бегает. Вон аж сколько идти нужно. Да, вид здесь, конечно, отличный. Но в самой станции поспокойнее будет. И быстрее, и оружие есть. Обломки какие-то бьются. Я вот все думаю, какую игру начать проходить после чужих. Все думаю и думаю. Вариантов, конечно, масса. Но чтобы было интересно смотреть и подписчикам. Так, что за шум? Мне это не нравится. Отлично. Надеюсь, здесь чужого не будет. Так, давай быстренько снимай этот скафандр. Меня жутко бесит. Сохранимся, чтобы на всякий случай, а то если придется еще раз туда-сюда ходить, то я, наверное, умру. Все. Рикардо, готовься. Мы уходим. Давно я мечтал это услышать. Рикардо? Рикардо, прием! Сомневаюсь, Рикардо, что прием. Это будет так просто. Огнемет при мне, значит, дела у нас хорошо. О, ого, что такое? Ты что натворил, придурок? Чрезвычайное происшествие. Пройдите в назначенный вам пункт. Эвакуации. Ждите указаний. Ты чё, дыру пробил, что ли? Дурак! Ну ты идиот! Ну да ладно. Пойдем. В принципе, это не страшно. А этот лошара идет сюда. Или нет? Или да? Так, где он ходит? Ага, вон там. Не понял. Он как будто рядом. А вот ты где. Так, блин, так и собираешься здесь маячить? Мне вообще-то миссию проходить. Так, понятно, собирается маячить. Так, коктейль Молотова возьмем.
Пошел отсюда. Отлично. Теперь можно идти. Надеюсь. Так. Ну, можно и поползать. А, блин, вылез. Так, где это? Так, он довольно-таки близко. Так, так, так. Ага, вот он. Давай, вали уже отсюда, крыса. Так, 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 так. Открывайся. Вылезай давай. Быстренько, быстренько, быстренько. А, блин, вон он ходит. Так, так, так. Ну чё ты встал-то? Чё ты стоишь, идиот? Ну, отличненько. Сохранимся. Главное, чтобы не пришел. А, быстрей. Ух, отлично. Ха-ха. Кого-то оставили в дураках. Fuck you. Гнида. Так, 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 так. Куда нам дальше? Здесь они тоже есть? Хотя кто бы сомневался, что они здесь тоже есть. Так. Ну, нам недалеко. Так, так. Так. То ли он здесь где-то ходит, то ли это какие-то объекты. Рикардо? О, блин. Господи. Рикардо. О, присосалась прям как пиявка. О, а как вылупится этот маленький ублюдок, нам не покажут? Нет? Жаль. Так, куда нам нужно теперь? А, добраться до жилой зоны. Жилая зона у нас. Кто там стучит-то, блин? Так, как мне добраться до жилой зоны? А, вот эта дверь закрыта. Что тут у нас? Возможно, так. Закрыто. Ну. Пошли, пошли, пошли. Так. Где-то этот хомяк бродит. Так. Вещество взяли.
Здесь я был. Понятно. Наш хомячок появился, да? Да, вот он. Куда пошел? Мне туда нужно. Ну ты урод. Ладно. Так, 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 так. А, вон он ходит. Сейчас я коктейльчик создам один. И на всякий случай подготовлю ко второму. Так, наш огнемет. Где ты, придурок? Кис, 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 кис. Так, он где-то там. Кис, кис. Ох ты, их двое, что ли? Какого черта? А, это... люди, что ли? А, блин, и там еще кто-то. Я что-то не понял. А, пока никого. Так, открывайся, дверца. Так, вон тут. Так, ясно. А, блин, вот он. Так, нам туда или не туда, я не знаю, но думаю, что да. Так, он пошел вниз. Так. Ладно, пойдем. О, блин, ты же не хочешь сюда подняться? А ну-ка, вставай. Нет, по-моему, он далеко. Я сохранюсь. И, наверное, уже продолжу в следующей серии. А то это затягивается. Доберусь до того места в следующий раз, друзья. А сейчас все подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал, то есть на группу ВКонтакте, там проходят всякие розыгрыши, будет интересно, будет круто, вам всем понравится, я уверен. Всем удачи и пока, друзья, до скорых встреч.